Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска, второй день нового месяца, а это значит что? Правильно, нужно оценивать сеты мажоров СНГ региона. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Итак, ну я все-таки, наверное, вот на этом сетике остановился, потому что он имбовый. Ну окей, и конечно же доминация и мотивация. Дальше идем, смотрите. Заходим в топ региона, залетаем так с ноги и видим то, что первое место 1270 медалек. И вот когда я вижу вот таких вот игроков, именно которые каждый месяц там покупали там 150, 300, 700, 150, 150, идут 1270. У меня вопрос, а зачем? Ну типа 20 тысяч алмазов слить на медальке. Сетик, кстати, 10 за 10 я, похоже, сегодня собирал. Офигенный сет. Дальше, Гризли. Вот такой вот у него сетик. Ну, я бы только вот что-нибудь на прическу, либо маску, либо грим пихнул что-нибудь зелененькое, и было бы прям сказка. Этому сету 10 из-за 10, ой, 9 из-за 10, потому что штанишки зеленые. И наверх нужно тоже что-нибудь зелененькое. А так вопросов нет. Доминатор. Это Дима, он же Джама, он же Легенда Месяца. Дальше. Вот такой вот у него сетик. 9 из 10, потому что торс как бы желтенький, штанишки черно-синенькие, черно-голубенькие. Но сетик хороший, олдовский. Дальше идем. Альфа. Четвертое место, давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Та же самая проблема, что и у Гризли. Синие штаны снизу, сверху нету ничего синенького. Ни прически, ни маски. И торс тоже чисто черно-белый. Этому сету 9 из 10. Дальше Баунти. Пятое место, давайте посмотрим. Вот такая девочка у нас. Но бутсы под гетры такое себе. Плюс фиолетовая причесочка. Короче, 7 из 10. Дальше Анаконда, шестое место. Нормально, вот этому сету десяточку поставить можно. Шикарно, великолепно. Дальше идем Каедо или Каеда, без понятия. Вот такой вот сетик, ну мне голова не нравится. Я так и знал, что... Ну хорошо то, что в... У мажоров нету прям фулл сетов с этим пропуском. Хотя есть пару неплохих сетов с пропусками. Мы, кстати, завтра пособираем с пропуском сеты. Ну давайте 10 из 10, потому что по факту, по цветам и по сочетанию докопаться не до чего. Дальше без сердца, бессердечный получается. Восьмое место. Вот такой вот сет. Вот, кстати, кто смотрел мои стримы, вчера чуть ли не в таком же сете играл Лонекс. Прям почти в таком же, только, по-моему, у него была прическа другая. Этому сету, в принципе, 7 из 10, только из-за того, что сланцы. Но даже для сланцев тут есть сочетание. То есть чел подумал, а не пихнул обычные там бирюзовые, синие сланцы. Сланцы по цвету подходят под грим, под масочку и под торс. Он подумал, поэтому давайте даже ему 8 заделаем. Дальше, девятое место. Вот такой вот у него сетик. Ну, вот эта голова и маска, это лишнее. 8 из 10. По стандарту, если что, топ-50 мы сегодня оцениваем спустя 2 недели. То есть 13, 14, либо 15 числа делаем топ-100. Вот такой вот сет, прикольненький, но... обувь зачем черно-желтая? Штанишки тоже не в тему, но давайте 8 из 10. Дальше Закир. Мне кажется, я знаю, какой у него сет. Нет? Но это имба. Только я бы кроссы поменял, потому что они прям чисто белые. А тут белые только элементы, а не прямо чистая вещь. Поэтому 9 из 10. Вот черно-красненькие, серо-красненькие, бело-красненькие кроссовочки сюда бы запихать. И шикарный был бы сет, а так 9 из 10. Но лысина и борода, как я понимаю, это его фишечка. А дальше у нас идет кукумбер, 12 место. Вот такой вот сет, ну тут прям дохрена всего накидано. Огромный торс, огромные говнодавы. Но
что-то в этом есть, как будто бы. Как будто бы даже интересно, поэтому 9 из 10. Не накидано прямо много всего, а как будто бы в этом хаосе есть какая-то закономерность прикольная. Так что я думаю, даже 9 из 10 поставить можно. Как будто бы даже хорошо. Катерина, 13 место. Давайте посмотрим на сетик ее. Вот, эти шортики под этот торс подходят где-то офигенно, только тапочки мне вот эти не заходят. Поэтому 9 из 10. Далее, Ангел, 14 место. Вот такой вот сетик женский. Вопрос, зачем желто-фиолетовая обувь? Может быть, там подбирали анимацию, да? Ну, шапочка сюда тоже есть более лучше, чем с этого пропуска. Она прям под торс подходит, прям офигеть как. Вроде бы еще есть прикольные женские штанишки под этот торс. Ну, короче, 8 из 10. Дальше, манипулятор. Это Лола, если я не ошибаюсь, да? Да, вот такой вот сетик женский. Как будто бы неплохо, но к чему красные вот эти рожки? Сюда бело-бирюзовую притчу и сказка. 9 из 10. Дальше, 16 место. Смотрим, вот такой вот сет. Хорошо. Даже 10 из 10 поставить можно. Черно-синий-бирюзовый сетик. Дальше, 17 место. Тимич. Вот такой вот сет. Почему все играют с этим торсом и штанами Ангела? Да, я понимаю, он только-только вышел. Но вот Тимичу уже 6 из 10. Ну, шапочка такое себе, сланцы тоже. Дальше, 18 место. Вот такой вот сетик. Опять же сланцы, но сланцы тут как будто бы даже подходят под цвет сета. Если пихать бирюзовые, они же ярко-бирюзовые. Поэтому давайте 8 из 10. Дальше Хасан, 19 место. Вот такой вот у него сет. Стандартный оловский. Очень много я таких сетов видел. И да, я сам в свое время играл в таком же. Только у меня футболка была за второй рейтинговый сезон. И все. И кроссы белые. Ну, давайте 8 из 10, потому что, ну, как бы, нету сочетания у торса и штанов. Да, футболочка олдовская, но под эту футболочку можно что-то и другое подобрать. Дальше, прическа, маска не в тему, в целом это голова, а не прическа и маска отдельно. Торс не подходит, штаны не подходят. Из этого более-менее смотрятся только штаны и кроссы. Давайте 5 из 10. Дальше, 21 место, давайте посмотрим на его сетик. А, это, возможно, она. Вот такой вот у нас, вот... Кроссы как будто бы только все испортили. Либо кроссы, либо торс. И скорее всего торс, поэтому 9 из 10. Прическа, маска, штаны офигенно сочетаются. Дальше, жажда, 22 место. Если я не ошибаюсь, женский сетик будет, да? Да. И по-моему мы его уже видели и оценивали. Возможно вот буквально пару дней назад. Нет, не пару дней назад. В прошлой оценке мажоров, походу, это было. Сету 10 из 10, красивый, не докопаться. Дальше у нас идет Номай. Бая Номай. Не знаю уже, что это означает, но интересный еник. Хотя бы не Вася 2004, уже хорошо. А, ну, хотя бы подумал и сделал свой интересный еник. Мне не нравится маска, штаны и кроссы. Ну, как бы желтый, зеленый, черно-желтый, черно-синий, серо-фиолетово-черный. Ну, давайте 5 из 10. Дофига разных цветов. Так, это Рахим. У него вот такой вот сетик. Вот я бы даже, наверное, девяточку поставлю. Объясню. Нет, 8. Все-таки кроссы очень огромные. Сама моделька, она огромнейшая. Ну, это говнодавы, что капец. Были бы они меньше, ну, хотя бы вот так вот, и вот такими вот они были бы аккуратненькими, было бы офигенно. И также тут штаны и панамка с одного и того же набора, поэтому 8 из 10. Дальше. Хотя, мне кажется, даже девяточку поставить можно, потому что кроссы же по цвету подходят? Подходят. Но панамка и штаны с одного и того же набора. Дальше, 25 место, вот такой вот сет. Так, сланцы под цвет сета подходят, значит 8 из 10. Дальше, накуренный, 26 место.
Ну вот, кстати, голова, она интересная. Она необычна, и также есть что-то бирюзовое на голове, поэтому 10 из 10. Дальше, 27 место. У нас вот такой вот эсетик. Ну, штаны под торс не подходят, поэтому 8. Дальше, 28 место. Вот такой вот сет. Фиолетовая притча, черная маска, футболка, штаны норм. Более-менее, но притча и маска мимо. Восьмерочку поставим. Дальше, 29 место. Тут а прическа и маска не с одного ли того же набора? По-моему, с одного и того же. Где она? Вот она. Да, прическа и маска, к сожалению, с одного и того же набора, поэтому ему... Давайте вернемся. Так, пропуск, регион. А кто это у нас был? 30-й я, по-моему, либо... Вот, самурай, если я не ошибаюсь, да? Этому сету 9 из 10. Дальше, 31 место. Там, ага, шляпа, борода, штаны сюда, голые ноги, 4 из 10. Дальше, 32 место Флаффи. Вот такой вот у него сет. Как будто бы даже неплохо, но штаны мимо, потому что да тут есть прям полоса между торсом и штанами. Это отвратительно смотрится, а так неплохо, поэтому 9 из 10. Дальше Фалайдер. Знавал я в свое время одного Фалайдера. По идишке я могу сказать, что возможно даже это он. Но, блин, очень много чего в сете, но он довольно-таки олдовский, потому что тут и шляпы, и торс, и кроссовочки. Давайте 7 из 10. Дальше, 34 место, Нова Макс. Вот такой вот сет. Красивый, дефолтный, 10 из 10. Шикарно, великолепно, но дефолт. 35 место. Вот такой вот женский сетик, симпатичный. Торс, по-моему, и тапочки с разного набора. Шикарно, 10 из 10, великолепно. Дальше, 36 место, простой. Давайте посмотрим. Вот такой вот сетик. Масса сычка лишняя. Если бы была чисто черная маска, я бы даже 10 из 10 поставил. А так девяточка. Дальше у нас идет Ванек. Мой тезка получается, да? Сланцы синие. Зачем? Плюс штаны. Ой, прическа и маска с одного и того же набора. 6 из 10. Дальше 38 место. Вот такой вот сетик. Бандана лишняя. Была бы бандана другая, а красивые банданы под эту курточку нету. Нужна черная масочка. Если бы была черная масочка, было бы 8, а так 7. Дальше 39 место. Как будто бы неплохо, но вот на прическе есть фиолетовые элементы, которых в сете больше нету. Но вот это вот под курткой не считается. Хотя такого я ни разу не видел. Именно такого сочетания ни у кого и никогда я не видел, поэтому 10 из 10. Красава придумал свой стиль. Шампуся, 40-е место. Вот такой вот великолепный женский сетик. Это прям смело, не глядя, 10 из 10. Шикарный сет. Дальше, Сигма, 41-е место. У нас вот такой вот. Штаны под торс нет. Торс поменять, наверное, я... Черно-желтый какой-нибудь, и нормально. А так 8. Ну, блин, ну вот этот торс точно нет. Дальше, 42 место, вот такой вот сет. Ну, тоже какой-то каламбур. По цветам только штаны и кроссы сочетаются. И все, давайте 5 из 10. Дальше, 43 место. Тут как будто бы есть две шмотки с какого-то... Вот прическа и кроссы меня смущают. Скорее всего, это с одного и того же мифика. Давайте проверим. Так, кроссы у нас вот эти. А, нет. Серьезно, нет? А прическа от этого. Базара 0. Базара 0. Где у нас обратно список лидеров? Так, у нас был импульс. Вот этот. Тогда базара 0. Извиняюсь. 10 из 10. Шикарно, великолепно. Дальше у нас идет Зангир 2019. 44 место. Вот такой вот сет. Но фиолетового тут уже в сете нету. Поэтому 7 из 10. Дальше 45 место. Это кто?
Ваграм, либо Ваграм. Скорее всего, Ваграм. Шикарный сетик. Черно-красный с белыми элементами. 10 из 10. Дальше у нас идет Крах. 46 место. Это фулл пропуск. Только масочку поменял и все. Серый. 47 место. Вот такой вот сет. Шикарный, великолепный, 10 из 10. Но максимально, конечно, дефолтный. 42 место, 48 место, извиняюсь. Ну, тут только, по сути, шлем и торс прикольно по цвету сочетаются. Штаны мимо, кроссы тоже. 7 из 10. Дальше еще одна жажда, 49 место. Вот такой вот женский сетик. Ну, это тоже у нас... купальник это фулл? Ангельский тут, по-моему, ангельский. Вроде да, а вроде и нет. Ну блин, давайте 7 из 10. И последний сетик на сегодня, 50 место, вот такой вот сет. 5 из 10. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Жду вас всех сегодня на стриме. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами стиль.